Основные работы на участках с большим трафиком выполняются в ночное время. Здесь, на улице Октябрьской, дорожники начинают работать только после захода солнца, а заканчивают на рассвете. Можно провести параллели с каким-нибудь ритуалом, но на самом деле все гораздо проще. До 10 вечера здесь ходят трамваи, и работать вместе невозможно. Перед укладкой асфальта, точнее щебеночно-мастичного асфальтобетона, дорогу тщательно готовят. В этом году для этого используют специальную битумную эмульсию, а не обычный битум, как раньше. И вот почему. Значительно лучше, да? Дает возможность, во-первых, работать даже если небольшая дождливая погода, потому что в состав входит вода. Во-вторых, как бы она сразу пропитывает покрытие и не оставляет за собой, машину не наматывает на колеса, битум и все составляющие, чтобы потом не происходил вынос с подготовленного покрытия. Ночью не спят не только дорожники, но и глава городской администрации Сергей Белов. В ходе ночного объезда он проверяет, как ведутся работы на двух улицах в центре Нижнего Новгорода – Октябрьской и Ильинской. На глаз сказать, хорошо или плохо уложен асфальт, сложно, но если в дождь не кладут, претензий к покрытию будет точно меньше. Окончательный вердикт вынесут специалисты лаборатории. Будут взяты пробы со всех, без исключения трасс, на которых ведется либо уже завершен ремонт. Напомним, что 25 объектов, которые были включены в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги», уже готовы. На них наносят пластиковую разметку. И здесь есть свои тонкости. Нужно подождать, пока асфальт остынет, иначе все насмарку. В этих контрактах по безопасным качествам дорогам более 37 тысяч квадратных метров разметки. Сейчас на данный момент мы нанесли 12,5. Пусть водители не переживают, в любом случае после того, как укладывается асфальт, нужно некоторое время, чтобы вот это вот как раз верхний слой сошел, и тогда мы начнем наносить разметку, потому что специальная эмульсия идет на верхнем слое асфальта, она должна стереться, если она не сотрется, то не будет держаться. Совсем скоро разметка появится на улице Октябрьской. Уже сегодня строители планируют завершить основные работы на этом участке. Антон Ганин, столица Нижней.